Смотрите, ну такая еще есть, короче. Так. Про Обаму. На международном саммите началось обсуждение. Кто в какое верит в вооружение. Тут вдруг встает президент Франции и говорит, мол, я верю в авиацию. Президент Нигерии говорит, а я в артиллерию. А президент Монголии говорит, я верю в кавалерию. И тут Обама встает и говорит, а я во флот. 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 Так же считает весь русский